15 к 5405.07.2018. Обновлено 15.55 5 июля 2018 года 10102 Тула. 5 июля. РИА Новости. Впервые 20 новобранцев из Тульской области пройдут службу в новом подразделении российской армии, научно-производственной роте, НПР, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. В пресс-службе напомнили, что первые научно-производственные роты были созданы в качестве эксперимента в 2016 году в Тамбове и Севастополе на базе предприятия ОТГ «Рефтрут» и в ГУП 13 судоремонтный завод Черноморского флота Министерства обороны РФ. В Тульской области НПР появилась по инициативе главы региона на базе Тульской военно-воздушной дивизии в партнерстве с НПО «Сплав» и ОАО «КБП». Региону в 2018 году выделяется квота на формирование научно-производственной роты в составе 48 человек. В составе роты – молодые люди разных квалификаций, в том числе представители династии прославленных тульских оружейников, а также те, кто проходил обучение по целевым контрактам. Подразделение разместится в 36-м военном городке 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Тульская область вошла в число 5 регионов, где сформированы научно-производственные роты. Они созданы с целью сохранения высококвалифицированных кадров на оборонных предприятиях, сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на церемонии проводов. По его словам, что для ребят это отличная возможность совмещать воинскую службу с работой на главных оборонных предприятиях города, конструкторском бюро приборостроения, КБП и «Сплав». Другие новости региона читайте здесь.